помогите, пожалуйста. Мы ждем! Зимой без отопления, летом без света. Энергоапокалипсис накрыл сегодня Краснодар. В городе без света оказались около 40% жителей. В России очередное коммунальное бедствие. Электроснабжение на юге страны в эти дни лишились несколько миллионов человек. Да тарифы поднимут, да еще что-то, вы че с***? В Краснодаре, где температура воздуха достигает 40 градусов, разъяренные жители перекрыли дорогу с требованием дать свет. Он в их домах отсутствует по 15 часов в сутки. У нас уже второй месяц длится отключение света и воды в том числе. Мы сидим когда по 12 часов, когда больше, без света. Не работает лифт, не работает ничего. Интернета нет, люди не могут подняться и, соответственно, спуститься. Людей, требующих обеспечить их базовыми для жизни удобствами, стали задерживать силовики. Вдруг они с этого дома стоят, здесь у всего района стоят. Что они делают? Вот магазины, слышно, работают с помощью генераторов. Вся многоэтажка без света. Насколько мне известно, без воды, потому что насосы не докачивают. Вслед за Краснодаром вернуть электричество просят жители Анапы, Геленджика. Обращение к диктатору Путину записали и недовольные ситуацией в Ейске. Обращаемся к вам, как гаранту наших конституционных прав на личную безопасность и достойную жизнь. В наших многоквартирных домах и близлежащей территории полностью отсутствовало электрическое снабжение в период с 11:30 18 июля 2024 года до 0 часов. 8 минут 19 июля 2024 года, то есть более 12 часов. Серьезный сбой в работе энергоинфраструктуры произошел на юге России после аварийного отключения от сети блока Ростовской АЭС. В Росэнергоатоме сообщили, сработала защита, не уточнив, правда, от чего именно. Половина губернии без света. Город Батайск, Ростовская область. Люди в жару сутками без света. Почему Таганрог? Двое суток, полгорода без света, вот люди пишут. Город Аксай, Ростовская область, без света. Ну, прям бешенство охватывает. Российские чиновники ежедневно обещают, свет вернут в течение нескольких часов. Но, вопреки их заявлениям, в энергетический коллапс погружаются все больше населенных пунктов. А диктатор Путин, как и в период серьезных проблем с отоплением в Подмосковье и наводнения в Оренбурге, из публичного поля просто исчез. Нету ни электричества, ни воды. Воду подвезли. Подвезем еще. Нет. Что нужно? Подождите. Не подвезли. Питьевую везу. Техническую привезли. Питьевую сейчас. Питьевую. 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 Питьевую.